Занесло 13-летнего мальчишку, и он на заледеневшем тротуаре врезался в едва различимую на снегу белую Honda Fit, выезжавшую со двора дома на Савы Белых 13. Люди, недалекие от хиромантии и прочей нумерологии, дружно воскликнут: «Обана!». Когда две чертовы дюжины сходятся в одной точке пространства, добра не жди. Никто и не ждет, что сотрясенная голова и шишка на голове 13-летнего подростка сойдут на нет сами собой, как и ушибленное правое плечо. Без четверти полдень дама на Хонде выезжала со двора, как положено, пропустила пешеходов, бредущих по тротуару и обходящих сугробы. Откуда выскочил пацан, пилотесса даже заметить не успела. Что и говорить, подкузмила погодка екатеринбургцам. И когда снег сойдет на нет, неизвестно. Даже дождь и жара снег не сгонят со двора. Сразу и весь.